Фестиваль начался с краткой истории духового оркестра республики. Первыми в этой области в Туве был конный духовой оркестр Тувинской народно-революционной армии, созданный в 1929 году. После его традиции возродил духовой оркестр правительства Тувы, который в свою очередь и открыл фестиваль. Тувинский оркестр вместе с солисткой Софией Караул выступили перед зрителями с произведениями «Полицейский участок», «Город» и «Хюндергейн». Первым выступили гости из Алтайского края. Военный оркестр 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады создан в 1942 году. Коллектив оркестра является лауреатом смотра конкурса «Фанфар Серебряные звуки» в городе Чите. Кроме того, это главный оркестр Парада Победы в родном городе Алейск. После выступил коллектив 39-й гвардейской ракетной дивизии. История Новосибирского оркестра начинается с 1964 года. Коллектив сразу влился в культурную жизнь города. Музыканты в погонах ежегодно принимают участие в проведении парада ко дню города. В Туве новосибирцы исполнили для зрителей вальс, военный марш и радость победы. Завершился фестиваль совместным номером. Четыре коллектива из разных городов Сибири под аплодисменты зрителей исполнили марш «Прощание славянки». Чинчи Самугай, РСХ «Волу», телекомпания «Новый век».